Вы, возможно, слышите, друзья, такую музыку. Нет, мы не попали в плен к бедуинам. Мы находимся в тайском ресторане и смотрим на тайское меню. Вот конкретно вот в этом ресторане мы находимся. И сейчас будем заказывать покушать. Так, Мила, Мила, охарактеризуйте нам, что это, вот это что за блюдо? Это что-то наподобие картошки фри, да. Но она там внутри как пюре. Ой, да. Так она sweet, да? Она, и она сладкая. Так, тут соус, она... апельсинчик нам дали. Да. Так, это у нас Анечка. Анечка, это похоже на котлетку на палочке. Так и есть? А что это? Курица. Курица. Прям мясо. Ну вкусно? Ну вообще невкусно курица. А ты не пробовала обмакнуть вот в соус? Смотри, у тебя есть там. Я сделала. Ну как? Сделала. И что? Хорошо. Ладно. Так, у нас тут появилось пивко. Пивко местное, Сан-Франциско. Сейчас нальем. Я же для съемки. Для я для пены. А, давайте для пены. Сейчас вам мы... с пены? Давайте с пены. Сейчас посмотрим, как у нас наливают. Только, пожалуйста, не надо комментировать, что надо уголком по стеночке. Мы для пены наливаем. Ну, люди комментируют там. Ну, да. Все равно скомментируют. Это вам не, это, не политический процесс. Тут рот не заткнешь. Да, да. Это вот красиво. Хорошо. Так, где-то. Мила продолжает ответ на вопрос, что это? В меню было написано Shrimp Rolls. Или ты хочешь Shrimp Rolls? Rolls. Я думаю, что там просто Shrimp завернуты. Но надо, видимо, съесть, чтобы понять. Можно попробовать? Конечно. Необходимо пробовать. Что там? Подожди. Shrimp. Там креветка. Креветка. Будешь пробовать? Ну, ребенок... взял апельсиновый. Я, кстати, тут комментарий недавно прочитал. Парень говорит, вот я ездил в Америку, говорит, там, ну, по каким-то своим делам. И говорит, тут там то ли литр, то ли галлон апельсинового сока он там нашел по $2. И он, вот, дешевле бензина. И он все время пил и пил этот апельсиновый сок, и ему уже американцы говорят, а что ты все сок-то пьешь? А он остановиться никак не может. Да. Так что вот ребенок явно интересуется апельсинами. Это неплохое пристрастие, правда? Вот это, друзья, супчик. Он как бы называется нудл-суп, но дальше, когда вы берете нудл-суп, вы можете к нему сказать, а я хочу к нему, там, допустим, курочку или там шримпы какие-нибудь, или там барашку. И это как бы полная еда, то есть она не требует там первого, второго, третьего. Она сама по себе полная еда. Значит, у меня это с чикеном. Мы передвигаемся к Светлане. Что это? Это то же самое, только с сифудом. С сифудом. Вот, видишь, это да, масло. Да, да, мне сейчас конфета вылезет. Да. Краб. Тебе рыбка. Так мило. Это пасифик салат какой-то. Просто салат и все. То есть вот тут не, вот... не стали брать супчик. Да. 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 Oh, thanks so much. Okay. 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 Garlic chili paste and dried chilies. Okay. Thanks so much. То же самое, что и у вас с курицей, да? Но я сейчас добавлю сюда обильно чили, тайских соусов и так далее. Понял. Хотите остренького? Конечно. Всегда. Голый хай. Вы видите, друзья, green money, то, что называется. Значит, нам вышло все это на пятерых, из которых один ребенок. $100 вместе с чаевыми и со всеми делами, которые нам посчитали и включили в билл. Так что вот, так вот кушать тайское. Грязно-зеленое.